Девочки, мальчики, всем огромный привет! Привет моим подписчикам и тем людям, кто видит меня в первый раз. Меня зовут Мария, рада приветствовать вас на своем канале. Итак, видео сегодня будет о моем домашнем еженедельном спа-ритуале. Расскажу о том, как я расслабляюсь, какие продукты мне в этом помогают. И кроме того, в конце видео я расскажу вам о конкурсе, который буду проводить на своем канале, о том призе, который вы можете получить и какие условия для этого необходимо выполнить. Если вам интересно, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Прежде всего, для того, чтобы расслабиться, мне необходимо принять горячую ванну, и я предпочитаю принимать горячую ванну именно с натуральной морской солью. У меня сейчас не очень хороший вариант в наличии, потому что я его купила в Улыбке Радуги, потому что была в Улыбке Радуги и закинула заодно себе еще морскую соль. Обычно я покупаю соль в аптеке, именно настоящую морскую соль, без каких-либо добавок. Это у меня морская соль с пеной для ванны, с эвкалиптом и мятой. Естественно, это не очень хороший продукт с точки зрения того, что здесь еще пена добавлена, пена практически ее нет. Поэтому, если будете выбирать, если вы любите ванну с пеной, то берите отдельно соль и покупайте отдельно хорошую пену. Вот такой вот вариант не работает. Вообще, в принципе, почему морская соль, почему я ее так люблю? Потому что морская соль очень полезна для организма и очень полезна для кожи. Она прекрасно выводит токсины, она делает кожу более упругой. И я, в принципе, очень-очень-очень люблю именно ванна с морской солью, и полезно дышать также, когда вы моетесь, паритесь в ванне с морской солью, вот полезно дышать этим паром, содержание морской соли очень. Поэтому, если выбирать между ванной с морской солью или ванной с пеной, то я выбираю ванну с морской солью, потому что это намного полезнее, намного лучше расслабляет ваш организм. После того, как я расслабилась, распарилась, я использую скраб. На данный момент у меня скраб для тела от Спивак с апельсином и корицей, содержит цедру апельсина. Также он содержит масло ши, виноградные косточки, рапсовое масло, гидрогенизированное касторовое масло, цедру апельсина, эфирное масло апельсина, сладкого и корицы. Выглядит он вполне себе так презентабельно. Он очень мягкий, он не относится к разряду тех скрабов, которые у меня обычно такие ядреные, отдирают прям все и вся, очищают. При этом он, несмотря на свою мягкость, он хорошо очищает кожу, прекрасно ее увлажняет. Очищение потрясающее, очень деликатное, кожа очень гладкая, увлажненная после этого средства. Также я себя, скажем так, втихаря утешаю, так как он с апельсином и корицей, то он меня также немного будет помогать мне в борьбе с целлюлитом, так как апельсин, эфирное масло апельсина часто используется в борьбе с целлюлитом и с лишним весом. И также у него потрясающий аромат апельсина и корицы. Обожаю эти продукты в натуральном виде, их запахи, и здесь очень-очень вкусный натуральный запах апельсина и корицы. Следующий этап моего очищения и расслабления – это бельди. Именно когда я моюсь в ванной, я моюсь с помощью бельди. У меня было ягодное бельди, у меня даже немного его осталось, я его очень сильно любила за его запах бергамота потрясающий и за его легкие скрабирующие свойства. Сейчас у меня бельди с имбирем, советую его тем, у кого именно это более скрабирующее, это более мягкое, но советую только тем, кто любит запах имбиря. Если вы любите запах натурального свежего имбиря, то вам эта бельди понравится. Я как-то так, не особый любитель. Потрясающая вещь, бельди очень хорошо прочищает, очищает кожу. Выводит все просто из кожи, особенно я использую на лицо. Я люблю очень сильно использовать на лицо раз в неделю бельди. Оно вытаскивает все из пор, все черные точки убираются. Потрясающая вещь, прекрасно очищает и после себя оставляет ощущение вот такой вот чистоты и как будто начинаешь парить над землей. То есть настолько вот это ощущение чистоты и полностью выведены токсины из кожи, что просто хочется летать. Завершаю уход за телом своим после бельди я с помощью гидрофильной плитки. На данный момент у меня кокосовая, King Coconut гидрофильная плитка. Содержит она у меня масло какао, кокоса, ши, также кокосовую стружку. Потрясающая вещь, вот так вот выглядит. Вы наносите на тело, можно прям плиткой проводить по телу, можно
потереть плитку руками, и вот это молочко, образовавшееся, нанести на себя, очень легко смывается, после этого вы можете уже вытираться. Экономит время, во-первых, во-вторых, дает прекрасное, потрясающее увлажнение, особенно актуально для очень сухой кожи. У меня очень сухая кожа, и меня вот эта вот гидрофильная плитка спасает и делает мою кожу прекрасно увлажненной и не доставляющей мне дискомфорта. Потрясающая вещь, очень-очень-очень люблю. А завершение ухода за лицом после бельди я использую цветочную воду, гидролат. У меня на данный момент нероли, потрясающий запах. Это цветки горького апельсина, у них такой цветочно-горьковатый аромат. Потрясающая вещь, также является очень хорошим увлажняющим средством для кожи, и после него прекрасно впитываются масла. Как завершающий этап ухода за лицом я использую масло с жожоба с абсолютом розы. Потрясающий запах розы, я уже рассказывала, это запах натуральной крымской розы, это не запах того, что сейчас продается в магазинах. Потрясающий, просто фантастический аромат. То есть дополнительная ароматерапия получается также на кожу, очень хорошо влияет, ни капельки не забивает поры, при этом кожа настолько увлажненная и напитанная, и становится она более плотной даже на ощупь, мне безумно нравится. Вот такой вот у меня серьезный спа, релакс, уход раз в неделю, который выводит все токсины из меня, который мне помогает как-то реабилитироваться после рабочей недели. Перейдем к конкурсу. Прежде всего, чтобы быть участником, вы должны быть гражданином Российской Федерации, вам должно быть больше 18 лет. Итак, что касается непосредственно подарка, он предоставлен интернет-магазином Cosmetic Bar, и это косметика Спивак. Мы решили собрать набор именно тех продуктов, которые являются для меня, во всяком случае, самыми звездными из всей продукции Спивак, которые мне нравятся больше всего. Итак, это гидрофильное масло для снятия макияжа, гидролат, то есть цветочная вода, также это бельди и гидрофильная плитка. А что касается уже запахов, то будем решать непосредственно с победителем в индивидуальном порядке, исходя из пожеланий, исходя из того, сухая ли жирная кожа и каких-то таких моментов. А сам набор, он состоит вот из 4 продуктов. Что касается условий участия, вы должны быть подписчиком моего канала, также вы должны быть подписчиком моей группы ВКонтакте и моего паблика ВКонтакте. И это сделано для того, чтобы вы смогли увидеть публикацию о результатах конкурса. То есть публиковать результаты конкурса я буду в группе. Не буду делать отдельного видео, буду делать пост в группе. И чтобы вам было удобно, и чтобы вы сразу со мной связались, желательно, наверное, даже ВКонтакте, то публиковать результаты буду я в группе. Что касается непосредственно участия в конкурсе, вы должны поставить лайк этому видео и написать в комментариях, что вы участвуете, и также ответить на мой вопрос, как вы относитесь к натуральной косметике, почему бы вам хотелось попробовать косметику Спивак. И участника я объявлю 1 мая 2015 года, то есть на участие у вас месяц на то, чтобы подумать, что написать, на то, чтобы подписаться на меня, на то, чтобы подписаться на мою группу ВКонтакте. Итак, вроде бы все. Если какие-то я моменты не указала, обязательно в инфобоксе условия конкурса еще раз продублирую. Самое главное, чтобы вам было больше 18 лет, чтобы вы были гражданкой или гражданином России, чтобы вы хотели попробовать марку Спивак и выполнили все условия конкурса, то есть... Кстати, выбирать победителя я буду с помощью программы в рандомном порядке, то есть, чтобы никто не обижался, сразу говорю, что выбирать буду не я, будет выбирать машина, это чисто везение. Но шанс есть, и да, всем желаю удачи. И дополнительный приятный бонус для жительниц Санкт-Петербурга. Вы можете поучаствовать и в конкурсе от интернет-магазина Cosmetic Bar. Они также будут проводить розыгрыш приза, сертификата на 1500 рублей у себя в группе. И вручают они этот сертификат уже непосредственно в своем мастер-классе, который будет проходить 18 апреля.
Итак, для того, чтобы участвовать в этом конкурсе, вам необходимо зайти в их группу, ссылку на которую я оставлю внизу у себя в инфобоксе, быть подписчиком этой группы и сделать репост новости о мастер-классе и об этом конкурсе. Ну, более подробно о их конкурсе вы можете посмотреть у них в группе и можете с удовольствием поучаствовать и в моем конкурсе, и в конкурсе у Cosmetic Bar, если вы живете в Санкт-Петербурге, потому что нужно будет приезжать на мастер-класс. Итак, это все. Всех целую, до встречи в следующих видео и пока-пока!